Приветствую всех из Одессы. Сегодня 17 апреля 2023 года. Мы с вами в Аркадии. Смотрите уже, какие зеленые деревья. На каштанах уже такие листья большие. Просто огромные. А травка какая уже зелененькая. Уже и одуванчики. Сегодня, кстати, много людей гуляет. Пойдемте с вами спустимся к морю. Посмотрим, что там. А море сегодня неспокойное. Очень сильные волны. И вода очень грязная, смотрите, с водорослями. Со всеми делами. То прям бывает такая прозрачная. Недавно, кто смотрел, по-моему, в пятницу я снимал, такая прям водичка была чистейшая. Просто такая голубенькая, лазурная, чистая. Сегодня вода грязная, какие-то водоросли поприносила. И волны сильные. Но все равно красиво. Обожаю море. Кто тоже любит море, обязательно ставьте лайк под видео.